Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Вновь пробил час Делягина на волнах «Комсомольской правды». В студии Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук. И я, журналист «Комсомолки» Евгений Черны. Здравствуйте. Я, когда слышу «пробил час Делягина», все время Маркса вспоминаю. Когда бьет час капиталистической собственности, последний. Экспроприаторов экспроприируют. Вот сейчас тоже давайте кого-нибудь экспроприируем. Кто под руку попадется? Сейчас мы поговорим о других делах. О асимметричном ответе Путина Обаме в подбрюшье США. Ну, вы знаете, мы продвигаемся к успешной внешней политике. Вот во внешней политике правильное поведение страны, которая относительно слабее, мы слабее, заключается в том, что ответ должен быть а. асимметричным и б. неадекватным. То есть, если вам плюнули на ботинок, то не нужно плевать на ботинок собеседнику, а нужно просто сносить голову, и все будет хорошо. Это и есть асимметричный ответ. Это есть, ну, асимметричный и обязательно неадекватный. Потому что от адекватного всегда можно защититься, проложиться, предъявить. Мы сделали первый шаг к разуму, серьезный шаг. У нас ответы уже асимметричные. Но пока все еще, к сожалению, адекватно. Это недоработка, но я думаю, что МИД справится. Потому что вроде уже снаряды украинские падают на российскую землю, Нет, знаете, как странно рассказывать, снаряды украинские падают. Нет, украинские нацисты обстреливают территорию Российской Федерации. В начале июля они обстреливали погранзаставы и таможенные посты. Когда они поняли, что это не работает и спровоцировать Россию на ввод войск не удается, они стали обстреливать города. И погибают люди. Об одном сообщено, а скольких не сообщено, это мы с вами не знаем. Люди бегут, у нас беженцы не только из Украины в России, у нас беженцы из регионов, прилегающих к украинской границе. Я напомню, что когда, так сказать, нацисты взяли власть, то в Белгородской области немедленно стали отлавливать диверсантов. Сейчас их, насколько я понимаю, начали отлавливать уже и в Калининградской области, потому что польские и литовские коллеги стали их туда перебрасывать. Вот, так что это реально, это война против России. Думать, что нацисты там воюют с какими-то там сепаратистами, колорадами, ватниками, это в пользу бедных. Нацисты воюют с Россией, совершенно осознанно, целенаправленно. И их хозяева в Вашингтоне и в Европе воюют с Россией. И поэтому Путин на прошлой неделе сделал такое стремительное турне по Латинской Америке, которое является фактически вотчиной США, мягким подбрюшьем, и вот появляется там Путин. На самом деле уже не является. А на самом деле в Латинской Америке пришло к власти целая когорта антиамериканских лидеров, которые прекрасно понимают, как их грабят Америка, и которые против этого протестуют. Это левые лидеры. Отнюдь не только в Венесуэле, и в Аргентине, и в Бразилии. В Никарагуа вообще к власти вернулся Ортега, сандинист из 70-х годов, который еще партизанскую войну вел. Да? Так что почва, в общем-то, подготовлена, и Россия вернулась на свое. Вот. Надо сказать, что результаты Путина, от визитов Путина, ну, самое яркое, что мы знаем, это прощение 30 миллиардов долларов в Кубе. Что за этим стоит? Ну, вы знаете, все мы думали, что за этим стоит Лурдес. И пошли слухи. С 35 с лишним миллиардов долларов мы простили 90%, то есть более 30 миллиардов. А остальное, сказали, цены 10%, называется, вложим в экономику Кубы. Получили право на нефтеразведку на шельфе кубинском, рядышком с американцами. Те самые месторождения, то есть, которые уже разбурило BP и все остальные, мы туда можем тоже вгрызться. Вот. Но мы эту разведку и бурение будем делать за свои деньги, насколько я понимаю. Потом эту нефть будем поставлять на Кубу, там она будет перерабатываться, и Куба сможет себя полностью обеспечивать нефтью, бензином, соляркой, мазутом и всем остальным. Несмотря на все эти международные изоляции. Несмотря на американскую блокаду, которая носит абсолютно незаконный характер. Путин на эту тему высказался, надо сказать. Надо дать ему должное. Мы будем модернизировать тепловые электростанции на Кубе, которые будут работать на этом мазуте, на кубинском. Ну, не самый лучший, не самый технологичный вариант, но что есть, что называется. Когда Путин отказался от Лурдеса,
Ну, вы знаете, у меня было ощущение, что это такой жест навстречу Америке, что, ребят, ну, я, конечно, съездил, я договорился о станции ГЛОНАССа в Бразилии, я, наверное, о многом еще других вещах договорился, о которых не сообщаются, там, военно-транспортное сотрудничество и все остальное, там, некоторые порты будут для нас открытыми, но вы не волнуйтесь, вот совсем жестко мы с вами обращаться, общаться не будем, вот я вам делаю уступочку, мы от Лордеса отказываемся, я понял это так. Ну, сразу американцы показали, что подобного рода, так сказать, корректное поведение с ними не проходит. Вот, если вы начинаете корректно вести себя по отношению к дворовой шпане, ну, если уйдете на своих ногах, вам повезло. Сразу после этого пошли санкции. Именно после этого, после того, как Путин заявил о том, об отказе от Лурдеса, американцы вломили санкциями. Ну, они не жесткие, у них возможностей нет, но где могли нагадить, там нагадили. И самое главное, это провокация с уничтожением малайзийского Боинга. Да, уже сомнений ни у кого нет, разумеется, не считая аудитории «Эхо Москвы», потому что не какой-нибудь там местный авиадиспетчер, а испанский авиадиспетчер, который работает в Киеве, ну, понятно, что украинцев своих диспетчеров нет, их же учить надо. Так вот, испанский диспетчер, работающий в Киеве, ведущий Твиттер там чуть не с 2010 года, он просто записывал, что происходило. Он однозначно зафиксировал, что самолет сбит Киевом. Он однозначно зафиксировал появление непонятных иностранцев в диспетчерской, что вообще невозможно, это закрытая зона, которые угрожали диспетчерам. У него был риск, что его убьют там на месте. Вот, у них отбирали телефоны. То есть, ну, это, так сказать, показания с места от абсолютно незаинтересованного человека. И у американцев богатый опыт, они многократно провоцировали с пассажирскими самолетами Россию. Там садился южнокорейский Боинг на лед Ладожского озера. Была история громкая. Потом южнокорейский Боинг, который был сбит в 83-м году. Не нужно забывать о пассажирском Боинге, который якобы протаранил здание Пентагона, причем он при этом, самоуничтожился, там ни двигателя, ни крыльев, ничего не осталось. Он аннигилировался в процессе этого взрыва, причем он очень грамотно аннигилировался, умудрился оставить такие следы после себя, какие оставляет крылатая ракета. Но он же был четвертый. Пентагон попала крылатая ракета. Куда делся четвертый Боинг со всеми пассажирами? Хороший вопрос, только в Америке задавать его не надо. Вы пойдете под патриотический акт и сядете. Реально. Соответственно, у американских спецслужб хороший навык работы с пассажирскими самолетами. Кстати, малайский Боинг пропал уже второй. Первый пропал в океане. Ну, а мы поговорим об этом через несколько минут. Продолжим разговор. Сейчас у нас короткий перерыв. Оставайтесь с нами, друзья. Час Делягина. На радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах «Комсомольской правды». Итак, Михаил Геннадьевич, да, это так... не первый Боинг малайзийский. Это уже второй, да, что летаете с самолетами Малайзии, приключения обеспечены. Вот, я думаю, что это стоит продавать билеты именно любителям приключений на эти рейсы, но неважно. Просто американцы наглядно показали, что бывает с теми, кто пытается с ними вести переговоры в уважительном, нормальном стиле. Как только им демонстрируют добрую волю, они в эту добрую волю с наслаждением плюют. Да. Путин отказался от Лурдеса, получил санкции, и вслед за этим получил аварию, ну, получил провокацию украинцев с этим самолетом. Естественно, «Эхо Москвы» и все остальные дружно визжат, что, конечно же, это проклятые русские. Потому что больше же некому. Россия же империя зла, это еще Рейган сказал. Значит, если что-то происходит плохое, как говорила госпожа Псаки, я ничего не знаю, но виновата Россия. Это нормальная официальная позиция. Вот. Значит, на самом деле наши отношения с Кубой сильно испортились, когда с ними разорвали, по сути дела, прекратили их поддержку в 90-е годы. Куба в 95-м балансировала на грани, в 94-95-м просто на грани уничтожения, реально. Там даже половые тряпки выдавались по карточкам. Сейчас они поднялись, но Россия только 10-й по объему товарооборота партнер Кубы. Это надо исправлять, и я думаю, что это мы исправим. И, естественно, особые отношения и чудесная вещь среди подписанных соглашений, значит, с Кубой первое соглашение, которое подписано, это, понятно, прощение долга. Ну, безумные деньги. Я категорически против такого рода вещей, потому что долг даже безнадежный – это прекрасный инструмент влияния.
прекрасный. Когда вам должны, и вы прощаете каждый квартал и говорите, ну ладно, хорошо, потом отдадите, когда будут, и если будут, то это надежность отношений. Ну, я считаю, это неправильно. Как и все прежние, с 96 года мы простили более 100 миллиардов долларов, в том числе и очень платежеспособным странам, вроде Алжира и Вьетнама. Алжира до катастрофического, еще до арабской весны. Ну, я считаю, это неправильно. Но. Вторым соглашением было совершенно замечательно. Мы с Кубой договорились о том, что мы с Кубой отказываемся от размещения оружия в космосе первыми. Да? Ну, во-первых, конечно, великая космическая держава Куба. Весь космос нашпигован кубинскими спутниками и кубинскими космонавтами. Да? Понятно. То есть это некоторое заявление. Заявление тоже следует читать так, что Россия отказывается от размещения оружия в космосе первой. Надо сказать, что оружие у нас было, и американское у нас было оружие. И по некоторым данным, правда, наши космонавты, уважаемые, это отрицают и говорят, что мы не слышали, а если бы что-то было, мы бы наверняка слышали. Но, тем не менее, другие источники, тоже уважаемые, говорят, что с середины 60-х годов, с конца 60-х годов и до 74-го года, вплоть до подготовки стыковки Союза Аполлона, у нас шла настоящая война спутников в космосе. Этот вот космический мусор, который там летает, непонятно откуда взявшийся, когда спутник вырабатывает свой ресурс, он теоретически должен падать. Вот. Но вот этот вот космический мусор в определенной степени это результат наших, по сути дела, боевых действий с Америкой в это время. То есть это обломки спутника? Ну, обломки достаточно шариком попавших в спутник вывести. Это мертвые спутники, которые не просто выработали свой ресурс, а выработали свой ресурс по субъективным причинам. Опять-таки, это гипотеза, может быть, этого и не было. Но я прекрасно помню, как Андропов принял закон о космическом пространстве Советского Союза, о том, что территория космоса над Советским Союзом является нашей границей. И если там какой-то спутник полетит, с которым мы не согласны, мы имеем право его сбивать. Правда, насколько я понимаю, так к этой практике не вернулись, не сбивали, но закон был принят, опубликован, всем разъяснен и так далее. Вот. Я думаю, что американцы планируют размещение там оружия. Не исключено, что китайцы планируют, хотя у них нет этого оружия, так сказать, в мечтах. Но свою космическую станцию они поставят. И наши решили заранее подстраховаться, предупредить, так сказать, что ребята, будете шалить, мы тоже будем шалить, развлекаться. А космическое оружие, наработки 70-х, особенно 80-х годов у нас очень эффективны. Убийцу спутников я в одном из музеев подмосковных видел своими глазами в середине 90-х годов. Не могу сказать, что что-то впечатляющее. Ну, трубка, ну, цилиндр, ну, выпускают с этим сам с локатором, ну, выпускают его в космос. Вот. Ну, лазер, ну, зеркало, ну, я не специалист, ну, не могу сказать, о, вот это вот танк ИС-3, вот какой он красивый, мощный, нет. Вот. Но все это работало, все это летало и по некоторым источникам применялось. Так что и то, что мы такое соглашение заключили именно с Кубой, а не, скажем, с Никарагуа, не с Южной Осетией, не с Чехословакией, не с Чехией, извините, это очень внятный, очень наглядный сигнал особых отношений. И я думаю, что по старым традициям у нас есть вот такая пачка соглашений, которые мы подписали, и вот такая пачка соглашений, которые мы тоже подписали, но махать ими не будем. Вот. Потом вдруг Путин заехал в Никарагуа. Ну, помимо дружбы, солидарности и огромного уважения к Даниэлю Ортеге, вот на месте Путина, конечно, надо было бы взять Александра Андреевича Проханова, главного редактора, завтра руководителя Изборского клуба, в эту поездку, потому что они-то с Ортега друзья, как я понимаю, еще с конца 70-х годов. Ну, дело житейское, все еще впереди. Это вечная тема Никарагуанского канала, который будет параллелен Панамскому. Для Никарагуа это жизненный вопрос, потому что тогда они станут богатыми. Но это безумно дорого. Не факт, что это нужно китайцам, потому что китайцы управляют Панамским каналом и чувствуют себя хорошо. Естественно, через частную компанию, которая, как обычно, не имеет к континентальному Китаю никакого отношения. Ее руководитель даже никогда не был членом коммунистической партии, дальше по списку.
Вот. Но вряд ли китайцы в этом заинтересованы, а вот так вот вынуть из кармана и бросить огромные деньги... 40 миллиардов. На это больше некому. Что 40 миллиардов? 40 миллиардов стоимость строительства Никарагуанского канала. Но это меньше Олимпиады в Сочи, начнем с этого. Так что мы могли бы построить, и после этого провести Олимпиаду в Сочи по средним мировым расценкам еще бы осталось. Но нужно понимать, что это исходная смета. А потом выяснится, что болото не те... Озера там не те. Грунты плохие, да. Озера мелкие, бывают землетрясения, и, как обычно, бывает при строительстве. Но строит Китай. Но тем не менее. Да, и мы же туда тоже подключаем, подписались недавно. Да, да. И нам поучаствовать в этом полезно. Вот, хотя Китай, как бы, может строить так, что... не будет сам с собой конкурировать, что эта тема будет подвешена, и она будет висеть, и вот-вот все будет, но, ребята, подождите еще часочек, еще минуточку, еще годик, и так далее. Вот. Пока что силы брошены на модернизацию Панамского канала, так называемая третья очередь, чтобы американские океанские газовозы, построенные в Южной Корее, возили газ сланцевый из Техаса не в Европу, а на рынок Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Японии. Вот. Но, тем не менее, визит Никарагуа был абсолютно неожиданностью для всех. Я хотел бы еще зафиксировать, что Путина не было неделю в России. И это демонстрация стабильности в России. То есть, да, там какая-то война там около границ. Нас там весь мир сделал, так сказать, сделали козлом отпущения. Ну и хорошо, я тут на недельку слетаю на саммит. Погуляю, пообщаюсь. Все в порядке у нас. Это демонстрация стабильности. Правда, демонстрация стабильности на таком нагромыковском языке, которая требует определенного интеллектуального уровня у тех, кому это сообщение адресовано. Я подозреваю, что в американском Госдепартаменте воспринимать это соглашение сейчас просто некому. То есть они просто не поняли, что им что-то хотели сказать таким образом. Подобного рода система недопонимания – вещь довольно частая. Вот. И второе, у нас тут много говорили, так сказать, о здоровье. Вот так вот, Путин провел в воздухе в самолете 2 суток. Это является юридическим доказательством того, что у человека со здоровьем все очень хорошо. Что вот последствия полета на дельтаплане преодолены полностью. Уже 2 суток в самолете, ну, если быть точным, 42 часа в самолете. Но, вы знаете, за неделю я летаю очень часто. У меня бывало и 3 командировки за неделю, и 4 командировки за неделю. С возвращением в Москву из крайней командировки. Я могу сказать, что это для здорового человека. Хотя вы моложе Путина. У нас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья. Через пару минут вернемся. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах комсомолки. Итак, все-таки, если подвести итог визита Путина в Латинскую Америку и вот заседание БРИКС, что нам это дало и что это? Ну, во-первых, мир увидел, что у России есть стратегический союзник Латинской Америки. Мир увидел, что Россия вернулась в глобальную политику. Мир увидел, что Россия ставит ГЛОНАСС в Бразилии. Мир увидел, что мы ставим атомные электростанции в Аргентине и Бразилии. А атомная электростанция сегодня, это если стране захочется себя обезопасить при помощи ядерного оружия завтра, оно сделает это. Не говоря о том, что если у вас есть атомная электростанция, то вы имеете радиоактивные отходы. Кстати, в Бразилии будет хранилище отработанных ядерных отходов. Это очень выгодно, потому что по международным правилам, кто строит атомную электростанцию, тот и забирает отходы. А в Бразилии мы договорились, что отработанное ядерное топливо будет у них оставаться. То есть это большая выгода для нас. Вот. То есть, предоставив этим странам возможность иметь свои радиоактивные материалы, мы тем самым обеспечиваем их безопасность. И это такой достаточно красивый, достаточно хороший жест. Правда, месторождение мертвого коровы в Аргентине, крупнейшее месторождение сланцевого нефти и газа, мы, как я понимаю, переговоры продолжаются. То есть мы не договорились, что мы его будем осваивать. Надо сказать, что сланцевые технологии у нас есть. Это очень тонкие, очень сложные технологии. Но Сургут, нефть и газ в районе, в окрестностях Сургута сланцевый газ добывает. Из принципа.
Так что мы сегодня можем это делать. Это сегодня может делать только Америка и только Россия, две страны. Вся Европа, которая говорит, она пользуется американскими технологиями. Так что здесь мы, как это для меня не неожиданно, мы оказались на вполне мировом уровне. Нас к этому в этом месторождении пока не пустили. Может быть, это слишком дорого для аргентинцев. Но, тем не менее, переговоры мы продолжаем. С Аргентиной, Аргентина выразила нам солидарность в связи с Крымом, что очень дорого стоит. По своим, опять-таки, причинам, потому что Аргентина и Фолклендские острова, которые только что проведен референдум о том, что это английская территория, и Аргентина так деликатно интересуется. Господа, почему референдум на Фолклендах вы признали, а референдум в Крыму вы не признали? Но в дополнение ко всему, Аргентина имеет огромный кусок Антарктиды. И поскольку у нас началась полярная гонка не только в Арктике, но и в Антарктике тоже, союз с антарктической державой для нас очень важен. Вот. В Бразилии это налаживание комплексного сотрудничества, это укрепление отношений, вернее, создание отношений между Евразесом и Меркосуром. Меркосур – это Бразилия, Аргентина, Уругвай и Венесуэла, зона торговли. Вот. Ну и, собственно, БРИКСовские соглашения. Чудесное название – «Новый банк развития». Ну, немножко странно, немножко бессодержательно. «Новый» и все. На самом деле он новый. Ну, он новый, но можно было бы назвать банк глобального развития. Ну, найти название со вкусом, с красивым. Вот. Но это бюрократические процедуры. Когда говорит о капитале 100 миллиардов долларов, это преувеличение. Это разрешенный капитал 100 миллиардов долларов. Оплаченный капитал 10 миллиардов. Распределенный капитал, где понятно, у кого какая доля, и всех доли поровну, всех стран БРИКС, это 50 миллиардов. 100 миллиардов он может быть доведен через некоторое время. Пока 10, пока это немного. И размещение в Шанхае этого банка, конечно, однозначно показывает, что Китай по-прежнему рулит, Китай по-прежнему доминирует. Ну, естественно, с такой экономикой, с такими темпами, с такими успехами, это, в общем-то, вполне объективно. Надо сказать, что новый азиатский банк развития, который создает сейчас Китай и который будет работать уже в конце этого года, там 100 миллиардов сразу они вкладывают. И это банк, который будет создавать инфраструктуру в Азии в стратегических интересах Китая. Вот там 100 миллиардов будет. Здесь пока 10. Но, тем не менее, это некоторая альтернатива. И второе очень важно, почему-то у нас об этом не пишут, что через это может быть банк не только развития, это может быть еще и расчетный банк. Вот если действительно к этому банку создадут расчетную систему, если на его базе создадут аналог Базельского банка международных расчетов, если на его базе будут создавать новую систему альтернативу SWIFT'а, или выкупят какую-то из альтернатив SWIFT'а, которые работают в мире, которые просто есть, готовые, просто они не очень распространены, это будет очень серьезный слом глобального соотношения сил. Потому что американцы перестанут быть монополистами в самой деликатной сфере международных финансов. Потому что расчеты – это кровеносная система современной экономики. Когда ваша кровеносная система принадлежит вашему стратегическому конкуренту, вы можете сколько угодно разговаривать про суверенитет, и все равно это будут спокойные ночи малыши. Ну и, наконец, мало говорится о том, что был создан пул условных валютных резервов. Это некоторая попытка сделать аналог МВФ, Международного валютного фонда. То есть это соглашение о том, что если у кого-то будет валютный кризис, страны БРИКС будут скидываться и будут помогать ему обеспечить валютную стабильность в рамках заранее определенных сумм. Поэтому они условные, они не лежат где-то физически. Но обязательства есть у всех, что если кому-то нужно, мы скидываемся на заранее определенную сумму и помогаем на таких условиях. То есть это аналог МВФ, по сути дела, только более мягкий, более конструктивный, более разумный. Это очень хорошее достижение. Я не могу сказать, что я в восторге от них. Понимаете, нельзя сказать, что это какой-то исторический прорыв, что это революция, что мы изменили мир и что мир устроен теперь по-другому. Нет, он устроен так же. Но в рамках этого мира мы, во-первых, немножечко более наглядно и подробно объяснили всем, что он устроен не так, как в 90-е, и что американские понты – это просто понты. Их океанские флоты, они, конечно, играют роль, но они не определяют мир и не являются столпом мироздания больше.
Когда-то это было так, теперь это больше не так. И мы начали очень важный процесс сотрудничества. Мы получили огромные возможности. Мы можем их потерять, можем их утратить, да легко. Но возможности у нас есть большие. И я думаю, что эти возможности, конечно, не очень эффективно будут, но они будут использоваться. А большая семерка без России – это просто дом престарелых. Причем, вы знаете, такой дом агрессивных, склочных, не вполне вменяемых. Буйно помешанных. В чем-то буйно помешанных, но престарелых. Которые могут собачиться сколько угодно, а жизнь идет помимо них. Ну, то есть, назовем так, прорыв был. Это был прорыв. Не нужно его преувеличивать. Это не Сталинград. Но это хороший контрудар, это хорошее контрнаступление. Это очень эффективное изменение повестки дня в связи с Россией. Россия – это не то, что является террористами на Украине, и не то, против чего ополчился весь мир. Россия – это то, что развивает нормальное деловое сотрудничество с Латинской Америкой, взаимовыгодное, всем помогает, сотрудничает с Китаем, с Индией, с Южной Африкой, с Бразилией. Россия – это конструктивная сила, а Запад – это сила невменяемая и деструктивная. И последний вопрос. А Лурдес все-таки мы можем неофициально использовать? Заявление это может быть? Вы знаете, в Лурдесе расположен университет информатики Кубы. Ну, вы знаете, в принципе, университет информатики – это понятие растяжимое. Антенны там быть должны. Заниматься технологиями телекоммуникации они должны. Есть там профессора из России – или откуда-то еще, вопрос дискуссионный, могут быть профессора из России. А профессора из России могут зачитать лекции, а могут заниматься научными исследованиями. А научные исследования могут заключаться ведь и в том, чтобы слушать американские разговоры. Да, конечно. Но здесь дело не в том, что там будет на самом деле. Мне очень неловко, что мы застеснялись. Вот когда дворовая шпана не стесняется и плюет вам на ботинки и на брюки, знаете, стесняться не надо, даже если вы в 10 раз сильнее. Вот общаться с американцами, как с приличными людьми, это не то, что значит быть оплеванными. Это значит быть непонятыми. Американцы хорошие люди. Но если вы начинаете разговор с ними не с удара кулаком в лоб, если в фигуральном смысле этого слова, то вас просто поймут неправильно. Когда вы разговариваете с американцами интеллигентно и корректно, в рамках презумпции прав человека, наличия международного права, это как вы в армии говорите без мата. Вас просто не понимают. А если понимают, ну не так. И вы о чем-то договариваетесь, а ваш партнер делает что-то совершенно левое и поперек, не потому что он хочет нагадить, хотя иногда он хочет нагадить, а потому что он просто не понимает, о чем он с вами договорился, потому что без мата. А если вы начинаете разговор с популярного выяснения его родословной, или с демонстрации сил, или с объяснения того, что вот наша ракета пролетела над вашей территорией на высоте 5 метров крылатой, и вы этого не заметили, тогда американцы становятся добрыми, конструктивными, полезными. Да с ними можно иметь дело. На этой оптимистичной ноте мы завершаем час Делягина на волнах «Комсомольской правды». До новых встреч, друзья. Счастливо. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».